jak letá bořit, škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tato strašidlo. День добрый, на связи Ян Кабацкий. Сегодня мы продолжим с вами проходить Hearts of Iron Fall за фашистскую Чехословакию. Это у нас уже с вами седьмая часть. И сегодня мы с вами продолжим успешно воевать с Советским Союзом, с Советами. Ну, не знаю, насколько сильно продвинемся. Так, ну тут, в принципе, все очевидно, что и как. Но, тем не менее, надо бы все эти дырки, во-первых, позакрывать, потому что они, ну, вообще не к месту. Потому что мало ли еще пойдет, отвоюет. Вот тоже не исключено. Ну и заберем люди, людей, фабрики и прочее. От этого тоже никто не отказывается. Так, тут все прорисовано, чего город не стал брать. Ну, зайдите, если зайдете. Даже лучше, наверное, так. Потому что он заизолирован, он ничего сделать не сможет. Угу. Не так лучше, наверное. Пано-пане. Обожаю этот троллинг. Он всегда работает безотказно. Куриф, ой-ой-ой, тут вообще населения нет. Туда смысла-то особо и нет идти. Так, ладно, разберемся. Тут мы совсем разобрались. У вас неправильное представление линии фронта. Чудики. Вам надо там мочить советов, а не поляков. Мы с поляками не воюем пока что. Хотя тоже успеем, я думаю. Не проблема это. Трошка жив. Эй, придурки, я вам такого не говорил. Ну, он зачем сейчас сидел, все это рисовал, а? Чтобы вы свалили просто благополучно, придурки. Эх, клоуны. Ненавижу эту тупую систему с приказами и прочим, потому что они, ну, реально саботируют все ваши усилия и начинания. Специально. Ну, может быть, не специально, может, просто дебилы. Но, тем не менее, мне это никогда не нравилось. Да, я думаю, любой человек, который играет в игры от парадоксов, ну, особенно, ну, даже не сколько в игры от парадоксов, а именно Хойку, тот прекрасно знает эту идиотскую систему. Она никому не нравится. Нет причин для того, чтобы она кому-то нравилась. Пожар. Тут бы вас разрубить, ну, ладно. Не так критично, надеюсь. Не отдаст. Да и хрен с ним. Потому что сами хотят себе Румынию оттяпать-то. Ну, конечно, что бы не забрать-то. Мне вот это нравится, что мы тут в котле. Польша, дай проход войск. Маму вам и не дадим. Дивизии дохнут. Не знаю, знаете, как так все это получилось. Но, тем не менее, лучше их убрать отсюда. Угу. Угу. Пожар. Да ладно. Да ладно. А как так-то? Че, правда, так может быть? Окей. Дебилизм. Ну ладно. Будем тогда кататься по земле, захватывать их. Вообще населения нет, я смотрю. Эх, ладно. 43-й год, пока ничего исследовать не будем. Главное не забыть, это будет весело. Пожар. У вас же нет проблем с истощением? Снабжение, все дела, по идее. Да нет. Ну чё за вы за дебил? Я же сказал отчетливо, иди сюда. Почему они отменят приказ? Приду, потому что это само собой. Ну, если получится, было бы здорово, конечно. Угу. Польша пакт нападений, смешно. Да вы, дебил, отступаете. Угу. Так. Наверное, тоже, да, подождем. До начала Нового года. Для наибольшего эффекта.
Хотя лучше, наверное, так. Угу. А, нет, стоп. Отставить. Происходит какая-то дичь. Советы не хотят отступать. Ну, мы не будем отступать, ясен пень. Трошка жив. Там даже дивизия откуда-то у него есть. Заблудилась, походу. Угу. Изи. Так, только вы-то не стоите. Опа. Хорошая идея для котла. Да, котел хороший выйдет. Стоять, клоун. Куда собрался? Что-то хотят сделать очень нелицеприятное, походу. Угу. Отлично, получили военную академию, ячейку, здорово. Так, что теперь будем исследовать? Флот надо доисследовать, пожалуй. А с другой стороны, пока там у нас сейчас будут исследования от 43-го года, наверное, давайте доулучшаем промку, пойдем по этой ветке. Чешская промышленность. Между чехами и славяками всегда существовала напряженность, и не в последнюю очередь из-за того, что большая часть промышленных мощностей страны сосредоточена в чешских провинциях, Богемии и Моравии. Подобная ситуация, однако, гораздо проще строить новые заводы в тех же областях, несмотря на то, что это может вызвать протесты словаков, Богемии, поездки фабрики в Моравии. Ну, просто мы как бы стали здесь на путь именно фашизма. Чехи победили словаков, поэтому будет правильно пойти по этой ветке. А там грань разделенного правительства ничего не даст, кстати говоря. Так что все правильно. Вот самахали. Что рассказать? Угу. Изи котел. Ну, как всегда, в принципе. Тут другого и быть не может по определению. Так, танки, лучше сюда идите. Рокировочки. Он даже не сопротивляется особо. Его можно спокойно танками котлить. Как дебила какого-то. Это хорошо. Так, заводы. С чем у нас там проблемы? Да ни с чем. Ну, число танков, я смотрю, уменьшается, поэтому будем вкладываться в танки. Так, январь наступил. Давайте смотреть, 43-й год. Ну, ракеты пока, наверное, брать не будем. Конечно, вещь хорошая, но пока не нужны. А вот ядерные реакторы, спасаться плутонием будем, конечно же. Тут 43-й год, ночная наземная атака. А. Ну, это быстро, нам надо уже переходить на их производство. Пока рано. Ну, это как бы направление интересное, но делать этого пока что не будем. А, у нас же бонусы к доктрине появились, надо доктрину докачать. 25 дней всего лишь? Окей. Что-то здорово. Ну, промка по-любому, да? Угу. Давайте концентрируем, возьмем. Нам нужны шверфи. А это самый верный путь к верфям. Чего такие тугие? У нас это пошло. Ну, мы-то раньше придем. Гораздо раньше.
Успехов, иди куда шел. Угу. Минус дивизия. Его легко резать. Просто заходишь и резаешь. Че так долго? Угу. Пану пане. А, скоро уйдешь. А, я ждать не буду. Делать мне больше ничего. Проще так сделать. Я угораю с этой овернаглости. Опа! А вот это ты зря. Зачем вы это сделали, Италия? Дебилы. Фокс выполнили, походу. Ну да, а как иначе? Ну, их трудности не наш. Так. Трошка жив. Пану-паная. Что, ни одной армии нет, ни одной дивизии. Так, ну давайте с этим вот недоразумением разберемся. По-быстренькому. Потом сюда. Хотя, там у нас разберутся с этим недоразумением. Лучше сюда идите. Наступайте. Когда советы капнут? Ну, по идее, относительно скоро, но еще... Сидите. Блин, 8,5 миллиона. Как? Вопрос. Ну, вопрос, как и нахрена? При обязательной службе уже 290 тысяч при всеобщей мобилизации. Это капец. 100 дивизий. Кстати, у нас точно разведданные выходят. Угу. Отлично. Новые пулеметики подъехали. Что взять, что взять? Ну, давайте эту штуку. В принципе, полезная вещь. Почему полякам вы отдали ее? Ну, не так принципиально. Но все же, все же. Кашминтон. Арупана. Нет, не-не-не. Не используйте территории. Не, ну оно нам должно отойти. По идее, как раз проверим эту систему на тупость. Ой, конвой сбили, как опасно. Как же жить теперь? Действительно. А, кстати, тоже надо забрать. Батуми. Ну, даже сюда авиацию эвакуировал, весело. Так. Ну, все. Так, стоп. Угу. А, заменить. Так, ладно, потихонечку продвигаемся. Просто слишком много всего сейчас приходится держать в голове, чтобы как можно быстрее со всем этим покончить. Недоразумением. Давай, не тупи. Мы раньше. Да, конечно. Правда? Что-то пошло не так, да? Минус дивизия. Ты ему минусуешь дивизию, ему просто похрен. Не, ну он все слабее и слабее, это очевидно. Это, кстати, это очень сложно. Так, отлично, разрубили его. Давайте лучше тогда так поступим. Так. Угу. Хоть войну кидай Ирану. Ну, успеем еще. Весь мир будет чешским. Говорить по-чешски. Ну да. Мы придем к этому рано или поздно. Блин, не сюда. Правник погибу. Угу. Погибу. Дебилы.
Зачем полякам-то землю отдаете? Делать нечего более. Так. Топ. Правый панель. Астрахань. Угу. Авиацию можно убрать. И нужно. Угу. Сейчас вновь в Сталинград вернем. Твою им обратно. Стоять, куда собрался. Да, стоять куда. Куда собрался? Очень умный. Стоять. Что так на букву М? Угу. Ну все, можем вас выпиливать. Что за дебилизм? Овернаглость. Детектед. Хотя... Угу. Все, отлично. Угу. Тут, конечно, население маленькое, но... А что поделаешь-то? Пожар. Так. Разбить. Догнать. Перегнать. Угу. Трошка жив. Да блин, хватит повторить. Ну это зараза на самом деле. Ну я думаю, вы имеете представление об этом. Потому что постоянно они какие-то фразы идиотские говорят. Это звучит довольно прикольно. В определенной степени. Не стоим на месте. Идем. Ару пора. Ну да, так можно передразнивать их. Так, отлично. Угу. Последнюю. Воздушно-земный бой. Право липаная. Угу. Все, мы пошли в атаку. Нет авиации, есть. А, котел тут есть. Как нахрен авиация? Значит, поприкольнее будет. Захват, хе-хе-хе. Обожаю это. Отлично, транспорт сделали. Так, БТРчики исследуют. Нам надо производственную линию запустить. Выше ее. Потом шаблон тоже отредактируем. Эй, вообще-то... А. Так вот. Угу. Угу. Что там насчет желания капать? Блин, скоро капнут. Советы скоро капнут. Там можно и мирную конференцию проводить. Что еще там делать останется-то? Угу. Тару парая. Угу. Это можно забрать. Даже авиацию пытается спрятать. Хм, ну, типа, как-то мило. Вроде ничего не пропустили. Ни одну дырку не забили. Как бы до смысла сейчас не прозвучало. Ну да. Совет, мы неплохо тут выступили. Сколько потерь уже? 8740. А, фух, я чуть испугался. Так. Как хорошо, когда есть ячейки. Стоп. Угу. Ну, с дивизии.
из. Жесть. Фух, знаете, как это изматывает на самом деле. В данном случае это расслабляет и изматывает, потому что знаешь, что тут победа, это не как война с Гитлюшкой, когда у нас была. Там-то еще было не ясно, кто кого победит, и я даже думал, что очень высокий, даже не думал, а там реально были очень высокий шанс на то, что мы можем проиграть. Но тем не менее мы вытащили, благодаря нашему скиллу. Так что здесь тоже это надо учитывать. Все может произойти. Даже в самый неподходящий момент. Вы капать-то не собираетесь? 27%. Польша меня умиляет. Юга Польша отожалась. Французская коммуна. Диктаторский Синьцзян. Ну это ваши другие тёрки. Весело. Они еще там войну хотели этим кинуть. Фокус-то выполнили, но войну не кинули. А что тогда фокус-то брали, а? Чисто по фану. Смотрите, какие мы великие. Мы еще можем тут и с ними повоевать, да? С япошками. Так. Что, потери, да? Не очень крут, наверное. Трошка жив. Все отлично. Разбили его тут. Угу. Ну все, здорово. С советами мы разобрались. По сути дела. Надо просто чуть-чуть их дожать, но это вопрос времени. 26%. Парочку городов каких-нибудь взять. Городов-то поблизости-то особо, ух, ё-моё, как далеко находится. Ну, сходи, возьми Куйбышев. Чисто по захвату земель идти разве что. Отлично. Возвращаемся. Угу. Тут городов нет. Это надолго. Тут все города взяты. Угу. Кейтайм. Что там по флоту, кстати, у нас? 23? Я, может, что-то неправильно сделал, а почему туда заспавнился? Передний. Какой авто? Чего нет? А, ресурсов типа вообще нет. Раньше это... Ух, ни хрена себе, сколько стали там нужно. Пипец. Пипец. Неужели у нас настолько плохо? Угу, 6. Ладно. Ничего, разберемся сейчас с ними. Может быть, была ошибка брать свободную торговлю. Но я пока не жалею. Мы сейчас за счет этого технологии подкачиваем. А мы сильно по ним отставали из-за того, что у нас изначально только 3 ячейки было. Великие чешские ученые. Теперь-то да. Когда 5 ячеек. Хотя бы 25 уже есть. Не знаю, на что он рассчитывает. Сюда бы парочку танков, конечно. Так, вперед из песни. Угу. Ну все. Он уже даже не сопротивляется, на границе никого нет. Просто иди. Гуляй, не хочу. Отвлекайся. Делай, что хочешь. А что это я ему помогаю, кстати?
Сам себе взял, вкатил весело. Чувак вообще без комплексов, походу. Ну, это правильно. Меньше комплексов, меньше проблем. Пано-пане. Да сюда, по-моему, вообще бесполезно идти. Хотя бы сюда, до Уральских гор пройтись. Блин. Так, ну ладно, хорошо. Угу. Сколько теперь желаний капать? 25. Блин, за одну точку 25 всего лишь. Не очень-то справедливо. Пожалуй. Крошка жив. Угу. Заходим, заходим. Ну это мелочь, тут населения вообще нет. А, заводы. Ой, транспорт. Потихоньку накапливаем, это хорошо. Угу. Так, Куйбышев. Угу. Все, доктрину мы докачали. Превосходство огневой мощи. Это очень хорошо. Что еще бы нам покачать бы такого? Угу. Ну, наверное, давайте подтягивать наши роты. Где? Беспроигрышная. По определению. Серьезно? Да бред. Правда, бред же. Я не буду отступать. Не, сюда, сюда не идите. Че это мы полякам должны земли раздавать? Нет ни одной причины для этого. Угу. Отсюда бы дойти. А, кстати, а что мешает? Кроме времени. Вообще ни о чем. Картон. Вот как вы не можете это сделать? Я все понимаю, но это перебор, реально. Ни за что не поверю, что не получится. Хоть убейте. Ай-яй-яй, все правильно. Да, это не серьезно. А, котел. Скоты, они что-то знали. Так, а городов? Я тут вообще не вижу. Ой-ой-ой. Сюда только если драпать. Ну, погнали. Рано или поздно приедем. Сопротивление серьезно тут все равно не наблюдаю. Так что можем наглую поехать, даже если в котел возьмут, дыхай с ним. Даже если потеряем дивизию. Но будем сходить с того расчета, что дивизию-то мы все-таки не потеряем. Еще поэтому и должны терять. Ага, отлично, чешскую промышленность стяпаем. Индустриализация глубинки. Дальнейшее вложение в промышленность Богемии и Моравии гораздо эффективнее, чем более широкий подход к развитию. Богемии и Моравии... Мы получим суммарно 3 фабрики. Угу. Чем это, кстати, выгодно? Потому что тут Словакия менее застроена, и туда мы сами можем застроить. Чего я радуюсь-то? Не знаю. Правда, чего я радуюсь-то? Не знаю. Союзники. Надо потом с Италией будет тоже разобраться. А то что-то мне не нравятся ее амбиции. Италия не должна быть проблемой. Но... Нет, да нет, это не проблема. Если мы тут советов мочим... Какая там нахрен Италия? У Италии сколько дивизий? Штук
50, 60, 70. Ну ладно, дивизии его понаспамили. Допустим. Но это все равно не проблема. Разберемся с вами. Пипец, Польша отожралась. Капец. Литва тоже угорает. Псков забрал, это капец. И этот Мемель. Весело, весело. Надо было их мочить. Когда была возможность. Ну, тут удар так идет вообще. Угу. Ну, дошли мы до сюда. До Ташкента. Там население большое, кстати. Ну, как варик. Ну, давай, капай уже. 24%. Да я с ума сойду пока. Советы капнут. Это реально долго будет. Да отрезать, да нам насрать. Тем более мы сейчас прорвемся. Ладно, не надо. Перми. Перми, это хорошо. Вот эти вот города собрать. Кольцо. Угу. Сделать золотое, серебряное, железо. Кому какой больше понравится, да? Ну и от границы этих всяких придурков лучше подогнать. А, вот тут придурок есть. Допустим. Плюс мини-котел получится. Трасса 60 какая-то прям. Ха, гоночная. Ну, трасса 60 это отсылка к фильму. Ну, просто похоже на гоночную трассу. Так, заходим. Заходим. Заходим, заходим. Капитулировать будете? На грани. Я сейчас проехаться по этим городкам, может быть, и капнут. Ну, это на уровне предположения. Ну, критики здесь никто не скажет. Угу. Пожар. Тут все мы собрали весело. Богемская империя. По каку? Весело, весело. Давайте заходим, не стесняемся, все наше. Берем столько земель, сколько захотим. Нормально. Это гонки на танках по внедорожью советскому, да? Свердловск. Что, капать будем? Нет. Блин, походу по 1% за город сейчас будет идти. Ну, типа они нас там взяли, нам типа наплевать. Заводы. У нас ресурсов тебе, там нам надо экономику закрывать, я думаю. Может реально экономику закрыть? Идея хорошая. Нам эти же ресурсы должно хватить за... Ну блин, посмотри, сколько увозится отсюда. Ну, наверное, это... Хотя нет, я не скажу, что ошибка это будет, была... Потому что мы с этого много поимели. Нифига себе бонусы. Ну да, нормально. Неплохо так продвинулись. Прирости фашизма. Пожар. Пожар.
Короче, сделаем экономику закрытой. Мы же можем это позволить себе. Да. Сделаем ее. Ну, отлично. Да. Капать будем. Блин, 1%. Ну, 2% даже. Капец. Что, мы сейчас Ташкент возьмем? Реально? Прикол. А после этого капать будете? Ну, блин, вы издеваетесь. Вы специально это делаете, да? Пожар. Ну, хорошо. И куда мне их отправить? Тут град... Идите. Долго идти будете. Очень долго. Тут тоже городов я... Ну, блин, это очень далеко. Идеально. Suicide Division. Хотя лучше, наверное, так сделать. Так, отлично. А теперь по внутреннему кольцу прокатимся. Все это покрасим. Наш цвет. Угу. Теперь ждем, он может капнуть в любой момент. Там небольшие передрочки, перетурбации и все. Будем надеяться, что это произойдет как можно раньше. Угу. Ну, сюда вообще, по-моему, бесполезно идти. Ну, идите, если хотите. 6. Да ладно вам, капитулируйте, гады. Чуть-чуть нажать, и он капнет. Там же еще поляки на них наступают, французы. Неужели вы ничего предпринять не можете? Вы что, не пробиваете его? Пробивает, просто прикалывается. Что там по флоту? 26. Но все равно слабо. С таким флотом мы, конечно же, их не выпилим. Не выпилили. Чего не выпилим? Капец. Я сегодня устал уже очень сильно. Пишу это ночью. Сейчас вам даже скажу конкретно во сколько. В 2.36. А прошлой ночью спал всего лишь 2 часа. Поэтому это, конечно, изматывает несколько. Но это так просто. Лирическое выступление для того, чтобы вы имели представление в каком состоянии. Все это проходит. Но тем не менее, мы с вами довольно неплохо действуем. Победа, но это очевидно. Просто тут напрягаться как-то даже не хочется. Просто гуляй, рванин, отдыхай, мочи. Земли собирай. Кайф получай. Процесса. Может, уже капнешь, не? Да блин. Походу реально нужен город, потому что у него много земель, вот эти квадратики особо ничего не дают. Да блин, скоты. Как вообще война началась? А, он Польшу захотел, ну да. Все ясно, понятно. А, ну а смысл? Тогда сюда идите. Тут город? Нет. Не тупите. Не тупите. Он даже не хочет город забирать. Весело.
Мота, маты. Угу. Просторы России нас поглощают, да? Ну что-то типа того. Облом. Угу. Сколько уже потерей? Потерей. У советов. Потери у советов 9 миллионов 160 тысяч. У нас потери... Здесь 57 тысяч. Ну, это учитывая, что мы просто над Е... над Махиси воевали. Так вот там потерь, конечно же, таких не было бы. Угу. Давай, капитулируй. Блин, там какие-то сотые проценты нам не дают его выбить. Потому что в любом мы уже должны победить. Но мы что-то не побеждаем. Мне это абсолютно не нравится. Ну, в любом случае, победим. У нас выбора нет. И у него выбора, в принципе, тоже нет. А что он сделает? Может, уже капнешь? Нет. Нужен еще один город хотя бы. Ну, блин, ни одного города за милю нет. Как назло. Опа! А это что? Показалось? Да, походу. Блин. Ладно, окейушки. Да ладно! Опа, опа, опа! Америка, Европа. Этого не может быть. Промежуток должен быть. Так, ну давайте по порядку. В жопу Грецию. Давайте с советами разбираться. Для начала прибрежные зоны заберем, нам нужны верфи тупо. Это так дорого все? То, что мы хотели забрать, давайте заберем. Угу. Смысл, чтобы потом присоединить. Ну давайте перестрахуемся, а то он сейчас может Италия себе его забрать, а потом мы его присоединим, там систему знаете. Дешевый регион я прям сразу заберу. Ну, они стоят копейки, видите. По баллам. Там-то и ценности у них на эти баллы. А, вот почему. А, тут оно делается. Не-не-не, тогда я все забираю себе. Хе-хе-хе. Крым, Херсон, Одесса. Угу.
Фессалию только забрали они. Весело. Пока что только Фессалию. Окей. Центральную Македонию. Эпир. В принципе, Греция хрен с ней, нам сейчас не так нужна. Я не понял, почему союзники здесь не участвуют в разделе. Я не против, просто непонятно почему. По какой такой логике? Ну, это нам на руку, в принципе. Жесть, цена тут. Ну тут уже дорогие остаются земли преимущественно. Так, давайте думать, что еще можно смахнуть. Надо все смахнуть, просто надо. А с другой стороны, в конференции это не это. А, они могут сделать государство сателлитом, так что надо докушать, да. Москва, капец, сколько стоит. Он сателлитом-то и не сделает их. Опа, что это я забыл. Сателлитом-то он их не сделает, так что можем, наверное, даже покуситься на эти земли. Даже кусочки Греции скушали, весело. Овернаглость называется это. Цены пипец тут дорогие. А, свалили с конфы. Здорово. То бишь забираем все мы. Ну что, я доволен. Мы что, всех советов сожрали, по сути дела? Так, стоп. Так. Блин, это же жесть. Короче, мы объединили Германию и Советский Союз под властью Чехословакии, по сути дела. Все, мы сожрали ее. Ну, нормально так. Государство Италии забирает регионы 4. 135 регионов. Грецию и СССР кушали нормально. Точно экономить. Теперь точно надо закрывать экономику. Тут. А Польша, ты тут как бы.
А, ну сейчас пройдет время, наверное. Они отдадут же нам эту землю. Или как? Че, игра зависла? Что так долго? О, отвисла. Ну, конечно, только-то земель. Богемская империя. А, кстати, у нас есть аргумент. Какой? Чехи, славяне. У нас такая подславянская идея. На базе Чехии, сердце славян. Объединить всех славян. Ну, русские славяне. Так что украинцы, белорусы. Так что вопросы как бы снимаются. Там югослав, что там хорваты собрали. Это что, славяне? Славяне. Ну и так далее. Ну, я могу сказать, что это как минимум довольно имбово. Теперь что у нас там по войнам остается? Ведется две войны. Монголия. А мы воюем с Монголией, нет? А мы можем вступиться в войну? Я хочу еще Монголию скушать. А, это Италию надо будет мочить, да? Италию. А, можем сажать Италию с Монголией. Ну, Монголия не то, чтобы она шибко нам нужна. Но я бы не отказался. А Италию я бы с удовольствием покарал. Наверное, это будем делать в следующих частях. Так. Обале. Ну, давайте линию оборонки с Италией. Линию наступления соответствующую. Здесь. Здесь. Не со Швейцарией, придурки вы. Отседа. Ну, тоже надо же перестраховаться. Пожар. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Немец. Пока не прокачался. Ты прокачался, но тебе ничего взять нельзя, к сожалению. Тебе тоже, ты прокачан, тебе ничего нельзя взять. А ты... О, тебе можно взять. Так, тут надо подумать. Мастер снабжения, расход припасов, эксперт по пехоте. Наверное, по пехотке возьмем. Ну, блин, Великая Чехия. У нас сейчас манпауэр взлетит и прочее. Заводы. В конце концов, у нас, наверное, с закупками проблемы. Некоторые решились. Твали. Сейчас примем закон о закрытой экономике, и все богатства Советского Союза, все богатства других земель пойдут к нам в карман. А по заводам что? На самом деле тут много чего надо производить. Мы можем себе все это позволить. Нормально. Это все не прикрепленки, да? А, ну сюда и... Ай. Идите, пожалуй. А вас куда 19 штук-то кинуть? Здесь, здесь. А, ну... Тоже почему бы нет. Еще и тут землю получили. Ну вообще им было. Концентрированную промку взяли. Здорово. Стандартизированный конвейер. Для увеличения КПД. А сейчас еще экономику закроем, будет вообще имба. Просто лепота. Угу. Все. Блин. Ладно, пока палить власть тратить я не буду. Все равно мы сейчас, скорее всего, окажемся в войне с какой-нибудь там Италией.
А, там какая-то это намечается. Кстати, я хочу проверить кое-что. Вряд ли, но проверю. Жаль, это плохо. Но я хотел бы еще Монголию как бы скушать. А в принципе, а что там Греция? Греция нам ничего не даст. А вот границу с Монголией. И наступление, чтобы наступление на нее организовать, это самое то будет. Монголию сожжем. Не то чтобы шибко сытные земли, но почему бы не сожрать? Богемская империя. Чешская антанта. Прикольно. Новая Римская империя. Ну, амбиции итальяшки. Ничего, с макароником мы разберемся. Потому что это больной фашист Европы. Да, надо бы с ним разобраться. Сейчас у нас люди-то появятся обратно от советов. Или не сразу надо, чтобы время прошло какое-то. Стерилизация глубинки. Новые монотраслевые города. Фафлоту, конечно же, плохо. Полуфлот слабенький. Приоритет починки верфей в самый верх. Верфи нам нужны. А, ну тут так, чтобы чинить-то. Угу. Останавливаемся после войны. Потом флот. Вот с флотом, конечно, проблема. Франция сейчас... Флот-то у нее уцелел. У нее... О, жопа. Вот у вас, конечно, флот... Хороший. Скажем так. Дипломатично. У вас флот, само собой, охренительный. А, ну не такие уж охренительные у вас флоты-то, кстати. Ну, я бы остановился на кораблях 200-300, чтобы реально какую-то операцию предпринимать против Соединенного Королевства и прочего. Пока нам еще есть с кем повоевать с Италией. Там еще кого-нибудь можем понасиловать. А там подведем что-нибудь. Так, новые монастырские города. Завершив развитие старых индустриальных районов Богемии и Моравии, мы должны построить новые города для рабочих, занятых в нашей развивающейся промышленности. Еще 3 фабрики получим. Погиби, Моравия. Пожар. Блин, это жесть. Блин, расскажи кому-нибудь такое. В 43-м году Чехословакия скушает Гитлюшку. Ну, понятное дело, там Венгрию, Болгарию, это все мелочи, Хорватию. И Советский Союз. Это никто не поверит. Латвию, кстати говоря, тоже отдельно стоит отметить это. Чё? Какая нахрен оккупация? Вы упоролись? Сейчас надо еще... Ну, с вами-то разберемся. Польша, Литва, это несерьезно. С континентом мы разберемся. Континент под нами уже, в принципе. Южная Африка. Тонко, тонко. Италия, смотрю, она сейчас и без нашего вмешательства утирует. А что, все так плохо у Италии? Ну, что-то не шибко густо у нее. Ладно, сейчас у нас войска прибудут на уже на позиции. Ну, сейчас дотопают там. А, уже дотопали даже. Ну, слушайте, идеально. Коминтерн еще существует. Великий монгольский Коминтерн. Весело. Весело, весело. Встретим Новый год. Угу. Там никто репатриацию не запросил у вас. Нифига, Италия тут работает. Ну, кстати, но они все равно остались со своими чудаками. Так, что исследовать? 43-й год. Бронетранспортер улучшить надо. Производим устаревший. Кстати, надо поменять наборы. Так, я... где-то я записывал, потому что когда я это все продумал, я это записал, чтобы не забыть. Сейчас найду записочку свою. Так, это у нас обычные дивизии, да? Что я хотел-то сюда добавить? Так, пехотка, 9 касок есть. 2 ПВО есть. А, 2 ПТОшки здесь нет. ПТОшки, 2 штуки. И вот ширина фронта 40 получается как раз-таки. 6 артиллерии есть, тут все правильно. Все устраивает. Тут у горняков что, 12 это есть. 1 ПВО, 1 ПТО. А вот этого нет.
ПВО, один ПТО. Да, вот так вот. Потом я хотел механизированную дивизию сделать по-другому. Чисто механизированную. На 10 единиц механизированности. Угу. И добавить здесь сюда кого? Ремонтников однозначно. Разведчиков. Ладно, саперов пока что не вижу, разведчиков. А, вот разведрота, все, вижу. Потом обеспечение. И... не знаю, арту, наверное. Да, арту, а что еще? Такой шаблон получится прикольненький. Торази Division. ПСТшкам, ПЛТшкам, точнее, это у нас ЛТшки. ПЛТшкам у нас что там было? 4 меха сюда я хочу добавить. Скорость это там не замедлит. Дело в скорости движения. Скорость. Так. Главное не соображает, уставший сильно. Скорость. А, вот максимальная скорость. И хрена себе, не буду добавлять. Меня это устраивает, в принципе. Это что-то пошло. А, ну хотя бы одну. Учите где-нибудь. Как-нибудь. С Румынией, кстати, с Югославией тоже сейчас бы желательно разобраться. Прикольно, мы даже на халяву получили кусочки Греции. Не шибко серьезные, но тем не менее неплохие. Строительство вкачано, здорово. Там у нас решения появились на... О-хо-хо-хо, вот это здорово. Сейчас закроемся сами все, будет здорово. Пока политвласть, наверное, тратить я смысла не вижу. Стабильность бы поднять. Но это долго очень. Неделю. 7140. Ну это, блин. Ладно, все равно сейчас. Ну, румыны хотят, чтобы мы посрались с Италией. И я их понимаю. Тем более Италия, смотрю, тут и без нашей помощи уже долбит. Так что, наверное, давайте сейчас закончим. В следующей части как раз это начнем. Какой итог? Мы победили в войне с Советским Союзом. И забрали весь Советский Союз, включили в состав Богемской империи, Чехословакии. Да, плюс Латвию, понятное дело, само собой. И даже кусочки Греции мы себе тут захватили. А сейчас мы готовимся к войне с Италией, обвиним ее в каких-нибудь преступлениях против человечности и чехов. И в итоге их тоже схаваем. А потом... надо будет думать, что потом. Потому что останется два альянса. Ну, я Японию отдельно рассматриваю, понятное дело. И что-то делать надо будет очень аккуратно. Так что, вот как-то так. Ну что, мои дорогие друзья, с этим Лэм Кабацки, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. С вами в старом добром консервативном канале. Всем пока.